MSI Optics MAG27C. Изогнутый 144-герцовый монитор с улучшенной цветопередачей. Само устройство достаточно массивно, с диагональю 27 дюймов. Выполнено оно в традиционных для игровых устройств агрессивном дизайне, дополненном красной диодной подсветкой. В рабочей обстановке такой монитор будет явно выделяться своими формами. Экран можно расположить так, как вам хочется. Повернуть, наклонить, отрегулировать высоту. Тонкие рамки с трех сторон дают возможность создать систему из нескольких мониторов. А фактор кривизны экрана 1800R обеспечивает полное погружение в фильмы и игры. В отношении игр здесь есть много фишек для комфортного гейминга. Во-первых, отметим качественную матрицу IPS уровня с расширенным цветовым охватом, 85% для пространства NTSC и 110% для sRGB. Такое изображение будет более реалистичным, чем при стандартных показателях. Разрешение экрана Full HD. Время отклика составляет 1 миллисекунду. Экран дополнен антибликовым покрытием и обладает фактором твердости 3H. Поцарапать его будет непросто. Во-вторых, на борту технологии защиты зрения. Фильтр голубого излучения и система уменьшения мерцания, чтобы ваши глаза не уставали во время затяжных игровых сессий. От разрывов картинки и лагов избавит технология AMD FreeSync, синхронизирующая работу монитора и видеокарты. Это будет несомненным плюсом для владельцев видеокарт AMD. Второй показатель, необходимый игровому монитору, это частота обновления до 144 Гц. Учтите, что такой параметр вы получите только при подключении видеокарты через DisplayPort. Здесь он версия 1.2. В остальном по подключению здесь только самое необходимое. В дополнение к DisplayPort'у есть композитный DisAP разъем и HDMI версия 1.4, а также комбинированный разъем под штекер 3,5 мм для наушников с микрофоном. По меню монитора можно перемещаться джойстиком. Он расположен на задней стороне корпуса, так чтобы до него было удобно достать правой рукой. В настройках доступны 3 общих цветовых режима и 5 специальных пресетов под разные виды контента. Главное отличие этой модели от весьма схожей MAG271C – это подставка, яркость, которая здесь ниже на 50 кандел, и угол наклона, который здесь на 5 градусов меньше, количество разъемов HDMI и профиль веса креплений. В версии 27C стандарт креплений соответствует 75 на 75 мм, а в 271C – 100 на 100. Подытожим. Модель Optics MAG27C предназначена в первую очередь для геймеров, профессионалов и любителей. Широкий цветовой охват плюс изогнутый экран обеспечат полное погружение в игру, а высокие показатели обновления и отклика позволят полностью сосредоточиться на процессе.